Поклонская обратилась к главе Следственного комитета Бастрыкину с требованием завести уголовное дело на авторов вот этой вот карикатуры. И не знаете, подумалось, а может и нам всем обратиться, скажем, к министру здравоохранения посредством петиции, разумеется, по поводу проверки самой Поклонской на предмет психического здоровья. Представляете, если сейчас каждый, кому чье-то творчество не понравилось, в Следственный комитет побежит, ага, заведите уголовное дело на Васю, он про Машу анекдот придумал. К ним и так сумасшедшие пачками таскаются. Некогда с реальной преступностью бороться, теперь вот этим вот пусть еще занимаются. Знаете, есть у меня любимая поговорка: хуже дурака бывает только дурак с инициативой. К чему это? Да просто так. Начинаем. Еще один анекдот недели. В обновленный Минкульт поступила на рассмотрение жалоба одного из российских туроператоров с предложением запретить на территории Великой и Могучей деятельность голландско-американского портала Booking.com под предлогом ответных мер на их санкции, разумеется. Смешно в этой ситуации то, что Booking вообще аполитичная контора, они занимаются бронированием отелей по всему миру, очень удобная штука для туристов, кстати. Но россиянский кляузник нашел таки в этой истории камень вражеского преткновения. Сервис, мол, где нарушает права потребителей. С ним, понимаешь, большинство отечественных гостиниц работают. Все под себя подмяли инородцы треклятые. В частности, он предлагает запретить через Booking бронировать отели в нашей стране тем, кто уже находится в России. Ну а на тех же, кто бронирует отели за рубежом, это не распространяется. По словам автора инициативы, интернет-сервис контролирует 70% рынка, поэтому многие отели сотрудничают именно с ним, а не с отечественными туроператорами. Не, ну смешно, не находите? Ой, ребята, мы работать не хотим и не умеем. Все, что мы можем, бабло тырить по карманам, мы не привыкли и деньги-то во что-то вкладывать. А понятие «маркетинг» чуждо для нас и российского потребителя. Не дай бог, люди узнают, что сложности в жизни отсутствуют. Давайте запретим кедрени фени деятельность данных паразитов. Слушайте, вот прав ведь был покойный Задорнов, когда шутил, как можно говорить об инновациях в стране, в которой кое-где все еще пашут на лошадях. А знаете, что самое ржачное? Нам ведь правда нравится вся эта серость и все это убожество. Главное, чтобы ТВ-вещание не ограничивали там, хоть про виновников наших бед рассказывают ежедневно я о пиндосах. Конечно же, а это реальная журналистика. Плесни себе боярышника и поехали. А слуги народа меж тем придумали, как победить безработицу в нашей стране. На этот раз уже окончательно и бесповоротно, ну, Путин же выступил с заявлением, что экономика России растет ударными темпами, что до конца его очередного президентства мы должны войти в пятерку крупнейших экономик мира со всеми вытекающими, то есть горы бабла у всех, у каждого, полная победа над нищетой и так далее. Лизоблюды поаплодировали, мол, да-да-да, так и будет, а потом репу давай чесать. Блин, а как бы избавиться от бедности-то? О, а давайте уже, наконец, поднимем уровень минимальной зарплаты до прожиточного минимума. Бинго! Минус несколько миллионов нищебродов одним росчерком пера. Так, теперь что с безработными делать? До этого вроде как враньем спасались. Росстат давал заниженные цифры примерно в 5%. И всем было хорошо. А тут Сбербанк, собака серая, взял да и обнародовал свои данные о своей клиентуре. Оказалось, что безработных-то вдвое больше, чем в отчетах. А есть ведь еще и те, кто трудятся на условиях неполной занятости, и эти негодяи тоже статистику портят. В общем, расстроились сперва слуги народа, но потом призвали на помощь креативщиков-технологов, денег им дали, и проблема решилась. Думаете как? Внимание! Отброс. Отброс. Ты нищий. А здесь нищие все. Нам нечего кушать.
кушать. А некоторые у нас матери одни воспитывают, и она работает одна с ребенком. Чем она должна его кормить? Непоправимое случится, честное слово, как говорится. Да не будет ничего происходить, могу поспорить. Психология раба заключается в том, что он думает только о себе. На этом Римская империя стояла 1500 лет. Накорми одну группу страждущих, и они тут же забудут о чаяниях своих товарищей по несчастью. Можно еще для всех сразу косточку кинуть, как сейчас с ценами на бензин происходит. Сперва взвинтили до небес, а потом надо с этим разобраться, и ведь выполнят обещание. Все, народ утихомирится, а у папиков снова наступит спокойная жизнь. Главное, из зомбоящика, как из пулемета, продолжать долбить россказни о мифических врагах. А раб, он же озлоблен по своей натуре, ему необходимо куда-то свою ненависть выплескивать. В Риме для этих целей придумали гладиаторские бои, на которых одни ущербные с удовольствием убивали друг друга, другие просто радовались происходящему. В наши дни для этих целей существуют СМИ. Опросите просто своих соседей, к примеру, на предмет, кого они считают исчадьем ада. Бьюсь об заклад, каждый второй искренне ненавидит украинцев и американцев. Теперь уже искренне. Кстати, об американцах. Познакомился тут с одним парнем, он вообще из Казахстана, но родился-то в СССР. То есть, можно сказать, тоже наш соотечественник, немногим младше меня. И вот задолбался этот почти наш соотечественник в какой-то момент жить мечтами о прекрасном и светлом будущем. Ну, у них же там тоже, как и у нас, народ обещаниями кормят. Собрался, в общем, парень и переехал на ПМЖ в проклятую Америку. А знаете, что самое забавное? Назад этот человек не особо торопится, напротив, обустраиваться как-то начал, будущее планирует. Сначала в Нью-Йорк приехал, потом уехал в Чикаго, вот, где я только не побывал в поисках лучшего города. Вот. В Нью-Йорке начальный этап он был сложный, поэтому переезжал в поисках лучших работ, подработок и так далее. Вот. Потом... Что случилось? Переехал в Чикаго, взял, купил машину в кредит, оформили, кстати, под хороший процент, там 2,9. Что за машина? Toyota Avalon. Оформил машину в кредит под 2,9%. Парень гастарбайтер, напоминаю, но ему и кредит дали. И под 2,9%, слушайте, ну не сволочь, а как можно? Настолько не уважает людей, что за кредит такой вообще, ну хотя бы процентов под 20 займ оформили бы, чтобы человек почувствовал себя никем, в конце концов, за чуханцем, который должен. Так самое смешное, он ведь теперь на этой машине, за которую почти не переплачивает в российском понимании, деньги зарабатывает, пока таксует. По тамошним меркам получает, конечно, копейки, около 3000 долларов в месяц, 2 чистыми на руки, в рублях это 120 тыр примерно, согласен, полный неудачник. В Москве 1030 рублей имел и вечные проблемы с полицией. А еще учиться парень пошел на айтишника и, в общем, через пару лет, если ничего не поменяется, легализуется и начнет строить свое обозримое светлое будущее, а не иллюзорное, как в родном Казахстане или в России. Только не подумайте, я никого сейчас не агитирую бросить родину и улететь за океан в поисках лучшей жизни. Но ситуации разные бывают, тем более у нас-то стабильность, вы в курсе, да, и тем не менее. Если соберетесь делать это лучше с чьей-то помощью, в смысле с помощью тех людей, которые ну хотя бы знают, в какие двери стучаться на первых порах. Этому парню помогли ребята из Русской Америки, у них есть сайт в интернете, у них есть страница на YouTube. Это не какая-то там юридическая фирма, это просто люди, которые сами когда-то через переезд проходили и сейчас делятся опытом, подмагнуть с получением виз, если что, с какой-то работой на начальном этапе, с жильем, не только в США, кстати, да просто подскажут, может, что дельное, в общем, разберетесь. Все ссылки найдете у меня в соцсетях и в описании к этой программе на YouTube. Помимо того, что есть Трамп, еще есть Конгресс, это тоже определенная структура, которая не так... просто принимает законы. Это не путинская государственная дума. Если сказали на Старой площади или в Кремле сделать так, то печатающий принтер напечатает все, что нужно. Здесь
Конгресс самостоятелен, и Трамп не может сказать Конгрессу: слушай, примите этот закон, я так хочу. Ну как-то так, все. Это была реальная журналистика, не унывайте. Ищите нас на YouTube, там грустного, но полезного больше, ссылка сверху. На канал подписаться не забудьте, в соцсети к нам тоже добро пожаловать, там тоже много гимнастики для ума. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться, пока. Пока! Это хохлятская, да? Угадай с трех раз. Киев угорает, наверное. Лефортово сразу. У нас ждет, да? Лефортово, блин. А это же путь, ёпта, точно. А я думаю, что за прикол, блин, какой-то текст сидит. Это уже Путин, блин. Ни хрена, вот он, не Киев угорает, наверное.